У жителей Даринского, что в районе Байтерек, двойной праздник. 24 сельчанина в 30-й день независимости получили новое жилье. Здесь дали два 12-квартирных дома. На торжественной церемонии по выдаче ключей побывала и наша съемочная группа. Этот день независимости 24 семьи Даринского запомнят надолго. В юбилейный год для нашего суверенитета сельчане обрели новое жилье. В торжественной обстановке аким района Марат Токжанов вручил новоселам ключи. Новые дома начали строить в мае, а закончили как раз к празднику. Деньги выделили в рамках программы «Нурлы Жер». На следующий год в плане 6 населенных пунктов по 24 более 100 квартир будет, на следующий год будет, я думаю, построено. Будет выделен. Это хотим сказать, если это именно те села, которые ближе к областному центру, где стоят в очереди. Это Махамбет, это Даринск, это Переметный, это Большой Чиган, это Достык и Достык Трекино. После выдачи ключей в торжественной обстановке, естественно, новоселы сразу же поспешили в свои светлые, большие, просторные, самое главное, новые квартиры. Мы пройдем вместе с ними, чтобы тоже оценить новшества. А посмотреть тут явно есть на что. Чистовая отделка, жилье теплое и светлое. Одним словом, завози мебель, да живи. Для Натальи Тен 30-летие независимости стало особым днем. Несколько лет женщина стояла в очереди на жилье, и наконец, в такой праздничный день ее мечта сбылась. В очереди я стояла с 2012 года, почти 8-9 год уже, как я стояла на очереди. Вот, и этот год был для нас самый главный год, что когда мне позвонили, сказали, что мы получаем квартиру. Я очень счастлива. Новые объекты в рамках празднования юбилея независимости были сданы и в других районах области. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.